Какой здесь классный лес. Сосна в основном стоит, берёзы. И куча валежника из берез. О! Трутовички берёзовые. Посмотрите, сколько здесь. Один трутовичок. Хорошенький. Мягкий. Второй трутовичок. Этот уже загнил. Там вышли еще парочка нормальных трутовичков. А берёза еще такой непонятный, корни вроде на месте. Она еще полуживая, просто упала, но полуживая. Вот эти берёзовые трутовики самые полезные от всех болезней. Против всяких бактерий, вирусов, онкологии. Отличный продукт. Но вот прямо на высоте 2 метра вырос трутовичок. А сверху там еще много их, маленькие я вижу. Еще до самого верха. Но те трутовички я не достану. А этот заберу. Красивый. Этот же трутовик берёзовый, только молодой. Вот он такой шариком. А потом выпрямляется и получается такая тарелочка. Как спутниковая антенна. Трутовичок берёзовый. На молодой обломанной берёзке вырос. Красивый и пахучий гриб. Я их собираю, сушу и делаю из них мостовые проводки. Трутовик берёзовый. Рядом трутовик настоящий. Лютеи выросли. Два грибочка. Или кагала уже старая. Вот они шарик вырос. Метафильные грибки. Вот еще один трутовичок. На соседней еще интересные маленькие. Два. Похожие тоже плетечники.